На поле в НИА и Татнефть. Татнефть играет в зеленой форме, в НИА в майках телесного цвета. Татнефть, напомню, уже сегодня выходила на поле, 0-2 уступила спецсвязи. И смотрим, что у нас в турнирной таблице. Дела там стоят самым, что ни на есть, интересным образом. У спецсвязи сейчас 27 баллов. Все гонятся за ней и ориентируются на нее, поскольку, ну, «Газпром Энергохолдинг» практически обеспечил себе победу в чемпионате. В НИА идет на четвертом месте. 21 балл сейчас у команды. Ну и вот они одни из главных, а может быть и главные претенденты на то, чтобы потеснить спецсвязь. У спецсвязи еще сегодня будет игра против Комуса. Так что вполне себе могут либо одни, либо другие потерять очки. Но в любом случае, либо одни, либо другие очки потеряют. И вот в НИА, если уж не на второе, точнее, да, если не на второе, то уж на третье место претендовать будет. Так что будем смотреть внимательно эти 20 минут за матчем. Я думаю, что много интересного может случиться в течение этой 20 минутки. Команды уже играли друг с другом. Тогда со счетом 1-0 в НИА одержала победу. Лупанов. Да, давайте назовем составы. У нас играют за ВНИА. На воротах Виталий Караванов. Полевые 10-й Даниил Зубарев. 5-й Александр Садилкин. 6-й Антон Пудов. 12-й Иван Печеник. 17-й Роман Узиюк. За Татнефть выступают на воротах Павел Голубев. Полевые 77-й Максим Перязев. 11-й Айдар Низамов. 12-й Дмитрий Торопов. 6-й Александр Полупанов. 27-й Виктор Шнайдерман. Неторопливый пока футбол. И очень хочется увидеть первый мяч. Он может серьезно изменить тактику и характер команд на этот матч. Ну, не слишком активно играю еще и потому, что с заменами проблемы у команд. По одному человеку на скамейке слишком мало. В НИА сегодня играть еще и с Комусом, так что для ребят день очень непростым получается и длинным. Желтая карточка показана Полупанову.
Судя по всему, там нарушение правил при замене. Да, Полупанову и Низамову дали по желтой карточке. Торопов. Норман. Не получился быстрый выход в атаку. Низамов начинает атаку и передачу сделал, но там уже было все занято защитой. Удар с острого угла, и не просто было с ним справиться Голубеву. Штанга спасает ворот от нефти. Лупанов. Торопов. Ну и обратно. Но никак не могут нефтяники перейти через центр поля. В итоге сейчас потеря. Зиюк. Удар. Гол. 1-0. Вня выходит вперед. Один ноль очень важный гол для ВНИА. За счет перехвата удалось забить, может быть сейчас нет, не получилось, хотя действительно на дальнем фланге игрок набирал ход.
Закончился первый тайм. Впереди вторая 10-минутка. Пока 1-0 вне впереди. Итак, команда снова на поле. Вня и Татнефть. Вня впереди. Татнефть отстает. Вот нефтяники в тайм-ауте совещались. Нацеливались совещаниями как раз на очень быстрое такое реактивное начало. Ну, посмотрим, удастся ли это все воплотить в жизнь. Нарушение правил фолу в НИА. Кстати, первый фол в матче. Перезев у мяча, у него сегодня в целом идут удары. Так что не исключено, что и сейчас будет прямой удар. Да, но сильно мимо. Перезев. Ну, начали тайм нефтяники действительно неплохо, активно. Бор не удался, мяч вышел за пределы поля от игрока в НИА. Шнурман. Три минуты уже сыграно во втором тайме. Аут, ну такой почти угловой для Татнефти. Шендерман. Ну, снова все основное движение в центре поля мы наблюдаем. Татнефть как раз первый гол в свои ворота пропустил за счет того, что никак не получалось через центр перейти. Потом ошибку перехвата у Зиюка. И его же гол. Снова Узиюк на перехвате. Сам бить не стал. В итоге разыграли комбинацию. 2-0. 2-0. Ну,
когда преимущество в НИА было минимальным, от нефти уже было непросто. Сейчас отставание увеличилось, будет еще сложнее. Но при всем при этом мы верим в то, что Татнефть руки не опустит. Старается свести матч к ничьей. Печенек начал атаку, которая заканчивается голом. 3-0. Ну, Голубев уж точно не заслужил того, чтобы в этом сезоне пропустить в каком бы то ни было матче 4 мяча в свои ворота. Тем более, что ну, все-таки было такое. Один раз пропустил Павел 4 мяча от «Газпром Интернешнл». Ну, там тоже не его вина была. Сейчас Голубев отправляется в атаку. Ну, так что у нас получается? Но если ничего не изменится коренным образом, то у Татнефти остается 19 баллов, и она остается абсолютно точно на 6-й позиции в нашей турнирной таблице. В НИА приближается, ну, продолжает погоню за спецсвязью. И вот борьбу в этой лидирующей тройке будут решать матчи этих команд с Комусом. То есть матч спецсвязь Комус и Комус в НИА. Тайм-аут берет в НИА. Итак, игра продолжается и будет идти еще 2 минуты и 40 секунд. О чем-то активно совещались футболисты в НИА. Честно говоря, мне тяжело пока представить, но давайте смотреть. По изменениям на поле, может быть, станет яснее. Ох, хорошая получилась атака, и штанга спасает. Но атака продолжается. Еще один удар издалека. Шнейдерман. Дальше Полупанов. Свободный удар. Действительно получился удар. Ворота пустые. Кто успеет? Да, гол. 4-0. Здорово. На самых последних сантиметрах поля нападающий догнал мяч.
4-0. Идет уже последняя минута. Что можно забивать и пятый. Нет, мимо ворот летит мяч. Здесь уже даже и догонять его некому. Ну что ж, 4-0. Победа в НИА. Как я сказал, мы приближаемся к развязке. Сейчас будут решающие матчи. Поединки Комуса. Которые и будут определять первую четверку.